Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу без вложений Фауса Дюк, где мы собираем на просмотре рекламы биткоин сатошики. Значит, у нас теперь на сайте три вида заработка, друзья. Вот первый вид, что мы собирали. Вот здесь загружается рекламка. Не пугайтесь, что у меня здесь рекламы нет. Я перешла на другой браузер. Здесь мне удобнее как бы собирать. Но я не буду уже просматривать. Здесь я кликаю на пустое место, как бы вот здесь вверху, где должна появиться рекламка. И у меня загружается шкала. Знаем, да, как просматривать. Далее, вот этот вид заработка у нас тоже был. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7 рекламок мы также просматриваем. Мне дает по 30 биткоин сатошиков. Как бы тоже, кто не знает, нас перебрасывает. А вот здесь я кликаю по пустому месту. Я немножко перепутала. Там просто загружается страничка. И вот здесь шкала. Потом мы разгадываем капчу. И вот третий вид заработка. Кто не знает, так, мой аккаунт. У нас появился, друзья, серфинг. Я вчера просмотрела весь серфинг, и у меня, как бы я запомнила сумму, что у меня на балансе. Просмотрела вот этот серф АДС. Его здесь очень-очень много было. И у меня плюс на 1000 биткоин сатошиков. Согласитесь, неплохо. Здесь все очень просто. Просматриваем, кликаем сюда. Загружается как сайт. Ну, вот. Мы можем возвратиться. Видите, идет отсчет времени. Капчи никакой нет. Галочка. Просмотр засчитан. Вот. И еще следующий. Опять же нас перебрасывает на страничку. Здесь вот рекламка. Можно вернуться. Ждем отсчет времени. Я просматривала очень поздно. У меня еще как бы не обновилось. Опять вот галочка стоит. Все, зачет. Возвращаюсь в мой аккаунт. И как бы таким вот образом мы просматриваем рекламку. И значит, первый кран, второй кран и Faucet ADS, Surf ADS. Как бы мы просматриваем. Далее что? Но кто не знает, я вывела отсюда уже 5367 биткоин сатошиков. В данный момент у меня на балансе 5283 сатоши. Давайте я поставлю на вывод. Вывод идет 48 часов. Не инстантом. Подняли у нас минималку. Жмем вот сюда на биткоин. Адрес у меня прописан. И вот такую сумму я должна получить. Они берут комиссию. Нажимаю send. И все, мне... Ну, сатошики отправлены. Далее что? Виндраф History. Вот у меня комплект. Комплект я вывожу на Coinbase. И вот у меня сатохи мои в пединге. Вот 4604 биткоин сатоши я получу через 48 часов. Возвращаюсь в мой аккаунт. И вот у меня здесь пединг. Вот они. А это вот выплачены. Ну, как сатохи придут, я запишу видео. Работаем. Мне определенно букс этот нравится. Был вывод сначала по 700 сатох, потом подняли, так как им тяжело. Минималку народа очень много. И минималка была 700 биткоин сатошиков. Они подняли до 3000. Ну, набирается все очень быстро. Баланс у меня по нулям. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Продолжение следует. До новых встреч.